Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Tony Hawk 4 Pro Skate. Усаживайтесь по удобным, всем приятного просмотра, поехали! Так, три цели мы вчера с вами выполнили, сегодня попробуем с вами выполнить еще парочку. Так что, товарищ, ты хочешь такое? Officer Tom is running for chief of security? You've got to be kidding! Wall right up the walls, then Wally up and grind the banners down. Right на стенах Q, затем Wild DK и Grind Q, чтобы снять плакаты. Ну, вроде бы. Попробуем. Я прям не совсем умею, что это. Как это делать? Тихо. Замечательно, сколько два плаката сняли. Ага, из четырех. Я так понимаю, вот здесь, где горшок, да, заезжать на них надо. Так, что-то. То есть. Я промазал, да? Промазал. Или снял? А, не, снял, я все-таки, смотрите, 3 из 7. Просто не заметил, что я их снял. Вот зря, кстати. Спрыгнул. Так, слушай, а товарищ, а как тут нам? Не совсем понятно, хотя я знаю, где залезть нам можно. Нам можно залезть вот тут. Ой, только с другой стороны, я понял. Так, а как же нам это сделать? All right. Смотри, а мы как-то сделали. У нас 30 секунд осталось, чтобы сделать еще один, ребят. Тихо. Что происходит, мать? Чувак. Замечательно, ты установил новый рекорд, получил 250 очков. Замечательно. Хочешь сходить игру? Конечно хочу. Замечательно, ребят. Какие мы с вами молодцы. Так, и давайте вот этому поможем. Кто тут сидит у нас? Слушай, друг, ребята из местного братца окупили меня. Можешь стасить за меня? Да, давай. Так, стой. Так, минус один. Аккуратно, у нас время, в принципе, думаю, да? Стой. Эй, Так, стой. Угу, я знаю, как сюда. Замечательно, ребята. The horror! Получил $250. Замечательно. Давайте, наверное, баланс. Я, кстати, этот баланс могу потом переназначить. Поэтому у нас никаких проблем нет в этом. Что мы с вами. Кстати, надо потом как-нибудь всеми долларами научиться прямо четко-четко скользить по перилам и... Зачем вот ну-ка? А как он поворачивает? Как-то он поворачивает. Подождите, как он поворачивает? Я не понимаю просто, как он поворачивает. А, типа, если я нажимаю назад и вот
прыжком их надо нажимать. И, о, видите? Ну-ка, может, удерживать надо? А, реально. Едешь, едешь, и потом назад. Ага. Получается... А, ну это три клавиши нужно нажать мне. Это три клавиши мне нужно нажать. Двойку, тройку и назад. Это, кстати, полезная информация. Так, товарищ профессор, что вы хотите? Ты не могу ее прочесть. Посмотрим, читаешь ли ты хотя бы по букву Себи или букву Скейт. Но изи, как говорится, не изи на самом деле. Тихо. Так, стой. О, я понял, куда нам нужно. Так, нам нужно, правда, отсюда как-то выехать. А, вон еще одна буква. И это с парковки, я так понял, да? Нам нужно, ребят, заехать. У нас, по идее, минута. Только не уходи. Эх, чуть-чуть не забрал доллар. Блинский, давай быстрее поднимайся, мужчинский. Эх, замечательно. Где-то здесь буква, да? Замечательно. Скейт. И последние две буквы. О, Nokia, кстати, увидели дирижабль. Вот она, буква Т. Замечательно. И буква... Тихо. Аккуратненько. Что? Well, замечательно. You can spell. It's a miracle. $250. Ты заработал очко. Очко, товарищ. Хотите сохранить? Конечно, хочу сохранить. Так, ребят, ну что, мы по три задания в день будем с вами делать, я так понял, да? И завтра мы с вами... Так, подожди, а тут что еще у нас? Доллар. И завтра с вами еще три задания выполним. Да, я, правда, не могу достать этот доллар. Я вижу, что он там есть. Хотя я знаю, как туда проникнуть. Через лифт. Так, где у нас доллар? Вот он. Угу, я еще доллары даже вижу. Подожди, а здесь нам нету перил. Так, женщина. Стой. Что-то знаю, как-то надо. Стой. Главное сюда проник. Ага, смотрите. Здесь еще доллар можно с вами заработать. Это типа секретные какие-то. Стой, нет, я понял. Ты можешь упасть. Тихо. Ничего страшного, что мы тут. Просто отсюда можно. Где она? Есть! Заработали доллар. Так. Стой! Да, там была. Ну ладно. Ладно, фиг с ним, ничего страшного. Ничего страшного, ребят, в этом нету. Хотя я, знаете, с парковки хотел вот тут попробовать забрать доллар еще. Спрыгнуть. Да. Пролетел летящей походкой. Блин. Я уже в тот момент собрался прыгать, кстати. И нажал
Куда я нажал? Право нажал, да? Поэтому он у меня и свалился. Надо было сначала прыжок нажать, а я походу направление нажал. Да, и вот опять я нажал направление вправо и упал вправо. Ничего, попытка номер три. А, подожди. Я понял, слушай, а как тогда нам забраться до туда? И тут мышки же нет, не хватает, да? Не знаю, ребят, как добраться до этой. Ну ладно, это не суть важно. Так, давайте я сохранюсь, я там $100-то с вами заработал все-таки. Или сколько, или $200. Ритуальчик, вы знаете, лайк, подписки, коммент, смея видосик, не болейте, ничего, хотим хорошего настроения, увидимся с вами в следующей серии. На канале LikeUpGame, ну а точнее уже завтра. Всем пока, ребята.